эти все картины. Ja, okay. Украшения неинтересные. Мы назначили термин. И не питая никакой надежды, что согласятся нам открыть. Но они открыли. Я нашла какой-то шкафчик. Здесь фарфор. Они открыли, и я смотрю, что, друзья, многое уже, что разобралось. Хотя, казалось бы, ну, мы думали, что... Ну, здесь недёшево, и поэтому я там не питаю надежды, что я что-то там куплю. Очень понравилась эта картина. Просто красавица. И вы знаете, я, честно говоря, не помню кто, но кто-то хотел у меня купить вот эти бокалы. Откликнитесь, пожалуйста. Очень интересный секретер, такой комодик, картина холст масла, старинные зеркала. Красивые рамы. Вот эта картина очень красивая. Ну, цены, вот видите, 95 стоит картина. Да, чуть побольше. И обратите внимание вот на этот, на эту стенку, можно сказать, это дерево. И какая красивая резьба. Здесь у нас салфетки разные. Я всегда ищу красивую скатерть кружевную, а вот, вот такие вот часы. Смотрите, какой комод, как он оформлен. И вот еще
Сейчас я посмотрю цену. Что там написано? 1350. Это очень большое помещение. Но смотрите, какой шифонер. Тоже очень интересный. Наверное, это орех. Там пластинки. Здесь игрушки. Но пока что ничего прям такого интересного я не видела. Хотя игрушки есть еще. Вот мы сейчас поднимемся туда. И я вам сниму. Посмотрите, какой красивый комод. Наверное, 1200 стоит. Я не знаю, если это все дерево. Смотрите, как сделано. Очень пожилые люди занимаются этим. Так, вот теперь кто-то меня спрашивал про эти куклы. Вот эта кукла стоит 40 евро, антикварная. Ну вот цена продавца, я имею в виду. Но она не в очень хорошем состоянии. Здесь у нас хрусталь. И мы поднимаемся к Хуберту. Хуберт уже там. О, все такое старое, старинное. Ноги Хуберта. Ну, давайте смотреть. Все, конечно, ужасно грязное, пыльное. Смотрите, как сделаны лампы из рогов оленя. И вот здесь еще куклы. Куклы я посмотрю. Кстати, я заразила ребенка младшего коллекционирования. Она хочет собирать куклы. Вот, такая кукла стоит 30 евро. Ну, каких-то там прям ценных я не вижу. То есть это барахолка не дешевая. Ни по евро, ни по два. Вы сами видите цены. Такой сервиз. Стульчики маленькие, миниатюрные, интересные. Вот это вот 80-е годы сервиз. 32 евро стоит. Мы сюда заехали снять специально для вас видео.
Вот эти тарелки стоят 65. Сейчас мы посмотрим, что это. Ну, довольно-таки, да, симпатичные. Я? Окей. Так, вот, смотрите, тоже здесь что-то такое стоит. Интересно, наверное, я должна спуститься. Класс. Я вот Хуберт сейчас покажу. Фу. Понравилась люстра, но что-то кукает, значит, очень дорого. А тут есть люди? Я. Muss halt passen irgendwo, weil er braucht schon eine hohe Decke, ne? Такой вот красивый, кстати, столик. Друзья. Кстати, вот такой светильник. Очень интересный. Керосиновая лампа даже. Так. Выйти бы не разбить ничего. Смотрите, это что. Что-то Хуберту понравилось. Ну-ка. Das ist schön. Nicht groß. Für Einfachkeit. Mit Rollen. Das ist schön. Вот эта люстра понравилась Хуберту. Ну, мне она не нравится. Так. Вот здесь Хео Фили Фили Шмук Вайнахтен Шмук. Посмотрите, какая тут коляска. Такая старая. Да, да, я Нихт Фил. Порцелан или Нихт Фил? Wenn das jetzt Uranglas wäre, ne? Uranglaslampe, ne? Blaulichtlampe, ne? Das wäre schön. Was hast du, denn da verdient? Das ist auch so ein Riesending, ey. Schau dir das mal an da oben. Вот такой комод. Ну-ка, давайте пройдем к нему. Здесь стоят всякие чашечки. Это чердак. Дах, крыша дома. И вот. Все, конечно, запыленное, загрязненное. Потому что это большая-большая работа. Так, выходим. Хуберта, да, с Игнатий Карльтевич? Нет. А бы... Нет. Гляев, я... Meinst du? Ja, vom Ding her. Я, а бы, видите, чайничек, он уже реставрирован. Wahrscheinlich. Und der Deckel soll jetzt auch anders wie der, schau. Видите, вот это совершенно другого сервиза. Очень похоже на один, который я вам показывала. А это два разных Deckel. Der Deckel gehört auf jeden Fall hier drauf. Ja, ja, ja. Ja, wo lecker drauf, ja? Komisch. Warum? Ist der Deckel anders wie der? Und da ist aber auch schon, schau, kaputt. Ja, ja, ja.
практически все, как будто, знаете, все подбито. Такое впечатление у меня складывается, что скоро весь фарфор будет в таком состоянии. И люди будут покупать со сколами, потому что другого не будет. Так, давайте вот пройдем в ту сторону. Такие коляски. Представляете? Вот этот сервиз, в прошлый раз я спрашивала, я не помню, сколько они сказали. Да, вот этому сервизу очень много лет. Он красивый, тонкий. Это 30-е годы, 100%, потому что знаю это клеймо. Ну вот он так и стоит. Никто его не купил. В основном, конечно, посуда здесь. Эти тарелочки коллекционные. Попробую, может, я попытаюсь достать. Попыталась. Да, тарелка красивая. Или вот такой сервиз в серебре. Правда, серебро потемнело уже все. А вот это вот зажигается лампа. Посмотрите, вы можете с обратной стороны наблюдать все эти картинки, как будто бы это какие-то кадры. Для огромного дома с большим потолком. Так, ну вот и последняя комната. Ой, сейчас хотела сделать посветлее. Я Хуберт увидел стол для игры, видите, сукно зеленое. Посмотрите, старые телефоны. Как мне нравился раньше звук, когда был домашний телефон. Аналог. Так. Посмотрите, какие роскошные часы. Огромные, красивые. Не думаю, что они на ходу. Я Хуберт. Он говорит, здесь как Ахорн, только цены, конечно, здесь кусаются. Очень все грязно. Ну, можно понять. Можно понять, потому что люди старенькие. Ты из какой-то церкви. А вот картина без рамы тоже неплохая. Яблоневый цвет. Я так думаю просто, что так же, как и во Форн, люди сюда стаскивают, что кому не нужно. А вот этот комод очень красивый. Но мебель здесь вся дорогая. И даже, знаете, какие ручки на ключ. Это дерево. Комод очень красивый. И вот последний завиток. Стоит сервиз. Винтажный, не старинный. Ну вот и все, друзья. Разные
машинки. А это вот кукольная кухня. Такой специальный прям стол. Смотрите, какая прелесть. Всякие щупальчики, полочки. Вот эти девочка игралась. Какая красота. Может, это даже магазин был или как кафе, наверное. Возможно, что-то такое. Я пойду спущусь. А нет, я что-то увидела, друзья. Я должна... Вот эта барышня меня всегда очень пугает. Вроде я ожидаю, что она сидит здесь. А вот посмотрите, какое... Такое зеркало. 580 евро. А нет, вот видите, припыленность. Руки валяются. Так, не очень уютно. Припыленность, и мне показалось, что это какое-то прям красивое что-то. Оказалось, нет. Okay. Тоже вот комод. Видите, какой. Натюрли. Были красивые лампы. Но... Но вещи, которые были со сколами, очень красивые. Nicht interessant. Ну, вот видите, мы сегодня уходим отсюда без покупок. Ну, потому что вот... Ничего интересного мы не нашли. А прям же как-то прям неудобно. Und das Bild davon, oder? Ja.